Детство – это радость, веселая пора. Будьте в этой жизни счастливы всегда! Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. Все возможные усилия для этого прикладывают в Пинском специализированном доме ребенка. С большой ответственностью, а главное – любовью, они ежедневно передают этим детям заряд душевной теплоты. Ведь в руках администрации, воспитателей, медсестер и нянь – будущее нации. И в стенах этого заведения прошел утренник в честь Дня защиты детей. Для них такое внимание со стороны взрослых – в новинку. Пожелать детишкам скорее обрести семью пришли представители многих организаций и учреждений города. Детки своим откровением, своей радостью, своими умениями, конечно же, впечатляют нас и заставляют еще раз задуматься над тем, как мы, взрослые, обязаны им в плане того, чтобы они сохранили семью, чтобы мы сохранили семью, чтобы они были в семье, чтобы мы им дарили радость и чтобы никогда то, что происходит в этой жизни, не происходило. Я имею в виду разлучение родителей с детьми. Здесь заботятся не только о телесном, но и душевном комфорте детей, потому как главное – воспитать в этих малышах доброе и отзывчивое сердце. Дети – это наше будущее. Дети же не зря говорятся, дети – это цветы жизни. И то, какое детство мы им сейчас отдадим, такими они взрослыми и вырастут. Мы должны, если их родители не смогли, мы должны подавать им пример, какими быть взрослыми. Гости утренника, как и полагается, пришли не с пустыми руками. В большинстве своем это те, кто оказывает дому ребенка помощь на систематической основе. Среди таковых и мотоклуб «Оверхед». Мы детишкам каждый раз помогаем подарками. Ну, в этом разу мы памперсами закупились. Ну, как бы так, что есть возможность от клуба, то и помогаем. День защиты детей для этих малышей – праздник особой важности. Ведь самые нежные годы их жизни под охраной не двух родительских сердец.